Алло, добрый вечер. Да я не слышу. Это мы вас... Прошу, не-не. Звоните нам. Алло, пожалуйста. Добрый вечер. Алло, народ, с вами на громкой связи Тина Канделаки, Алексей Шахматов. 748-14-24 и 748-14-25 это номера телефонов прямого эфира, которыми вы сегодня, как всегда, можете воспользоваться. Вопрос, который мы задаем, наверное, был бы невозможен, во всяком случае, в то время, когда я был ровесником Тины. Я помню, когда я шел, двое пьяных, каких-то длинноволосых молодых людей, шли с гитарой и кричали, ну вы же большевики, говорили мне, вы большевики. Я помню свое детское негодование, если мне дали бы пистолет, я бы расстрелял бы этих двух негодяев. Путин на Кубе. Вопрос следующий. Как вы относитесь к коммунистам, которых там, как вы догадываетесь, много действующих? Сочувствуете им 880-95-7576-71. Ненавидите их 880-95-7576-72. Либо вы гордитесь ими. 880-95-7576-73. Ну а сейчас немного информации о том, что сегодня происходит.